Я всегда знала, что мне уготована особая роль. Россия продлила продуктовое эмбарго в ответ на... Порой начинало казаться, что мир сходит с ума. Но однажды... Прошу, ваши вещи. Это не мое. Что не твое? Значок. Я в жизни не... Что, если очень скоро... Па, он тебе не кажется, ну, странным? Мы все будем жить в новой реальности. Это что, Архангельск? Все, хватит. Возьмите меня с собой. С собой куда? В новую реальность. Все, что ты видела, результат длинного и упорного пути России. Хочешь узнать, как все будет? Мы совершили технологический прорыв. К тому времени, как Запад признал бесполезность санкций, мы смогли укрепить экономику и пошли дальше. Робототехника, искусственный интеллект, новые принципы космонавтики. Мы создали самый современный в мире космодром «Восточный». Космодром «Плесецк». И даже подводные лодки из Северодвинска стали летать в космос. Конечно же, не всем нашим партнерам это пришлось по нраву. Они послали в будущее тех, кто может разрушить наш успех. Если они достигнут цели, доллар так и будет стоить 65 рублей. Целое столетие, и даже Набиуллина не сможет помочь. Почему именно я? Он считает, ты можешь исправить будущее. Страшно? С таким президентом ничего не страшно. Хочешь увидеть Архангельск будущего? Загляни за горизонт.